Естественно, первым делом, зайдя в Смайт, сегодня с новым сплитом мы должны увидеть новую Одиссею. Ой, новую Одиссею. Одиссею потом. Увидеть новый Battle Pass. Всем нужен Battle Pass, как и мне, я думаю. Поэтому мы его сейчас рассмотрим и в целом сделаем вывод, стоит ли его покупать и все такое. Поэтому давайте смотреть. Наверное, да. Так, погнали, смотрите, Одиссею называется она Некрополис. Почему Некрополис называется? Ну да ладно. Так, за покупку нам сразу сдастся Изида, да, вот такая вот. Ну, так как скинов на самом деле было мало на нее в последнее время, в принципе, это забавно. Давайте все награды, мы быстро рассмотрим, это будет короткое и видео для Ютуба, и сейчас на стриме. Всем привет, кто подключился, кто сейчас смотрит, кто будет смотреть. Как обычно, ну, типа, ставим лайки и на каналчик подписываемся. Так, ну первую нам бесплатно дадут Исиду. Ну, собственно, я за Исиду, на самом деле. На нее в последнее время не делают, по-моему, да? Нормальных скинов и вообще не делали. Ну и дальше погнали по левелам. Сундуки, сундуки, сундуки. Сундуки. Это со скинами сундук? Это с аватарками, я понял. То есть до 10 левела, в принципе, ничего интересного. У нас есть аватар. Забавный аватар, это Зевс, да, если не ошибаюсь. Некрополис, ты думаешь? Ну, может быть, Некрополис. Пойдем, до 10 левела ничего интересного. Дальше сундуки, гемчики. 10, понимаю. Так, облик Варда. Ну, забавно. Я немножко не понял тему Battle Pass. Это шо у нас? Да, пожрать бы, конечно, не помешало. Решил порадовать деда. Спасибо большое. Прям под запись. В ролик попадешь, ля. А прошлый ролик по Battle Pass набрал, кстати, 5500 просмотров. Прикинь. Спасибо, Рига, большое. Так, ну, вард нормальный. Мне нравится, кстати, забавно выглядит на самом деле. Аватарки, аватарки. До 20 левела вообще нет ничего интересного, кроме сундуков. Да, кроме сундуков ничего нету интересного. Вот это что такое? Набор комментатора Цукиёми. Это интересно. Так. Что у нас на 20 левеле открывается? Облик на Цукиёми, собственно. Вот этот облик уже показывали, да, в презентации. Выглядит он годно. Вот что-что, а этот облик выглядит годничком, прям я бы сказал. Кстати, на весь Battle Pass нам дадут 56 дней. Ну, неплохо. Как обычно. Хорош, красивый облик, мне нравится. Погнали дальше. Гемы бесполезны, все бесполезно. Сундуки все бесполезны. Это что? Премиальная награда. Экран загрузки. Ну, неплохой. Неплохой. Дальше ничего. Дальше гемы, сундуки, гемы. Аватар. Аватар прикольный. Аватар прикольный. Мне прям нравится. Это что? Музыкальная тема, Некрополь. Надо будет послушать. Надо будет послушать. Рамку покажи. А мы ее пропустили разве? Не, мы еще не дошли до рамки, подожди. Так, дальше поехали. С 30 левела опять сундуки. Ну вот есть облики. Гемы, гемы. Вообще, по-хорошему бы узнать, сколько гемов. Облик возвращения. О, это, я так понимаю, там руки прям будут вылазить, да, такие? Это забавно, это забавно. Мне нравится. Очки Одиссея. Это неплохо. С учетом того, что будет Одиссея. По Одиссею, кстати, наверное, отдельный ролик запишу я тоже. Ну, то есть мы это рассмотрим на стриме, я это выложу. И все скину. В самом начале рамка. Где рамка? Ты меня путаешь, здесь в самом начале нет никакой рамки. Ты о чем вообще? Рамка 10 левел. С чего вы взяли-то? Аватар и этот сундук сокровищ, милашка. Здесь нету никакой рамки на 10 левеле, вы шо? Нет, что-то вы меня путаете. Так, дальше смотрим. Сундуки, сундуки, сундуки. Облик прикольный, наверное, я думаю. Так, что тут? Отметка прыжка, это забавно. На 5 левеле рамка. А, вот мы что пропустили, мы еще рамку пропустили. Мне не нравится. Сразу скажу, мне не нравится. Ну такая себе. Ну по-любому анимация будет, здесь что-то будет гореть, наверное. Ну, выглядит забавно, но мне не нравится. Так, ладно, 40-го мы остановились. Отметка прыжка, забавная, кстати, забавно, мне нравится, прикольно. Level up. Левелапы были в прошлом Battle Pass, кстати. Левелапов не было, мне всегда они нравились, кстати. Они забавные. Они забавные, прям прикольные. Вы там лайки ставите, че нет? А? Ладно, потом посмотрим, ставите вы лайки или нет. Погнали дальше. Сокровища, аватары, все это вижу, понимаю. Так, еще один экран загрузки уже с Цукиёми. Красивый, красивый, ничего не скажешь. Не, вообще, кстати, четкий. О, вообще прям кайфный, да.
Ну, по сути, бесполезный, конечно. Зловещий часовой, эксклюзивный облик Афины, он бесплатный. Хм. То есть на 50-м левеле его все получат. Я помню, бесплатно. Ну, слушай, красивый. Красивый. Ё-моё. Щит вообще огонь. Щит вообще огонь. Трезубец неплохой. Ну, красиво, прикольно. Глобальная эмоция. Лунная маскировка. Надо будет посмотреть в игре. И всего 60 левелов. Премиального нету, как в прошлый. Я выфармил прошлый кое-как, кстати говоря. И за несколько дней, получается, до окончания я аватара выфармил. Но тот был аватар, того нужно было выфармить. Так, это что? Гора костей, метка смерти. Забавно, прикольно, мне нравится. Это мы уже к концу подбираемся, собственно, да, я так понимаю. А, звание некромант на финальном уровне нам дается, да? Это круто, прикольно. Звание некромант, это прикольно. И финальный Один. Снова Один. То есть аватарка-то была все-таки Одина, да? Не... У кого? У Зевса, да, похожий скин. Ну, знаете, на самом деле эта тематика прикольная. Эта тематика прикольная. В плане того, что она не конфетно-букетная, там, розовая или еще. Ну, типа, а-ля, у нас битва богов же все-таки, да? Battlegrounds, Might у нас называется. И в целом выглядит все достойно. Прикольно. Что в целом могу сказать? Потому что многие будут спрашивать, и по-любому и на видео это понадобится. Стоит ли его покупать? Слушайте, на самом деле, да. Потому что 600 гемов стоит вообще копейка. А если по моему промокоду купить, по моей рефералке, то цена будет такая же, но мне пойдет процент. Так что не забывайте про мою рефералку, если что. А так в целом нормальная тематика у Battle Pass. Он не аляпистый, он не этот, как бы, ну все как обычно, собственно. Три скина, три хороших скина. За 600 гемов, по 200 гемов за скин, плюс куча сундуков, плюс гемы, плюс реколор скин на Афину. Ну, синее мне больше нравится, если честно. В принципе, да, он достойный. Но я бы купил. Да.